Привет, друзья! Вы на канале kukovimovie.rf. С вами Яша, и сегодня мы с вами попробуем пройти экстремальный торговый центр, который есть в этой игре. А еще у меня появились подозрительные мнения по поводу этой фигни. Что это? И как до туда добраться? Я не знаю, как до туда добраться. Ну вот реально, как до сюда добраться? Какой это пыч? Может быть, на него вообще нажать надо? И как вообще люди получали этот бейдж? Может быть, мне надо надеть именно с розовым платьем? Короче, как вы понимаете, сегодня я попытаюсь пройти экстремальный торговый центр, который есть в Пиге. Есть такой Пиге. Помните, мы пытались пройти экстремальный торговый центр? Ой, то есть экстремальный дом. А теперь давайте постараемся пройти экстремальный... Ну, вы уже все поняли, да? Ну, да, вы уже, можно сказать, все поняли. Да-да-да. Ну, что ж, я не буду тянуть, начинаем. Сейчас мы выберем этот экстремал. Не понимаю вообще, почему он такой сложный. Ну, сейчас мы узнаем. Он экстремальный, да? Так, что тут у нас? Блин, у меня шлагает, да? Короче, у меня лагает. Короче говоря, ребята... Ай! Короче говоря, за мной только что началась охота. Да-да-да. Ладно, мы не гордые. Попытка номер два. Хоп-хоп. А как здесь пролезть? А здесь было можно пролезть? Так, опять продолжаем просто пытаться пройти в экстремальный торговый центр. Не знаю как, но... О, у меня даже есть кейс. Так, вот это так. Так, вот это так. Обо что я сдох? Короче, я не понимаю, что это за фигня. Ну ладно, я выбежал. Хоп. Хоп. Так, дощечка. Ой, нет, она идет ко мне. Молодцы. Не надо, пожалуйста. Я сдох. Попытка номер 345. Погнали. Ой. Что это? Так, ну что? Я уже спать хочу, пока это пытаться пройти. Так, проверяем ящичку. Да стоп тебя! Я ж не попадал! Что за сито-стра, ребят? Пишите в комментариях, что за читерство. Да, это определенная читерство. Так, вперед. Так, я должен успеть. Блин, еще за эти, это двоица за мной идет. Так, попробуем их как-то забагать. Багаем, 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 багаем. А теперь доска. Ес, 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 ес. Теперь мне надо наверху, да? Ой, пожалуйста, нет, нет, нет. Я не должен засливать скамейки, да? Так, заходим. Да за что? Я не понимаю, как это проходить! Так, уже надоело мне проходить этот экстремальный маврик. Ох, ребят, у меня башка уже болит от проходить этот экстремальный торговый центр. Уже хочу видос закончить, да. Так, погнали. Так, за мной сейчас... Эй, иди. Что ты за мной не идешь? Слабо? Ну, спасибо. Блин, а вот молчи, не слабо. Ой. Так. Так, сиди. Главное, не убей меня, не убей. Ух, ты кого-то проскочил. Так, сиди, ты застревай, пожалуйста. В этот раз, пожалуйста. Пусть, пожалуйста, левая сторона. Давай, подожди. Я что-то опять не так делаю, да?
Попытка номер миллиард. Последняя попытка в этот раз. Блин, они опять за мной гонятся. Я доску не могу взять. Ты серьезно, Малси? Прям стало не нужно мне. Это как я так? Окей, я на втором этаже. Хоп. Блин, а тут как? Ну, хитрые разработчики. Так. Так, первое нужно дощечку найти, да? Да? Или нет? Так, ищем. Тут есть скин один, пики-повар. А как его попасть? Давайте попробуем, кстати. Блин, мне страшно. Ай! Ладно, это была последняя попытка, как и обещал. Но серьезно, если там три пиги и лазеры еще, это же не экстремальный торговый центр. Это уже супер-мега-пупер сложный торговый центр. Наговорился я. Ладно, ладно, посмотрим еще кто кого. В следующий раз я точно пройду, если я только смогу. Да. Да-да-да. Да, конечно, ребята, очень обидно. Complete этот экстремал. Как вообще проходить этот экстремальный торговый центр, если это невозможно? Ну, кстати, теперь этого платья нету. Она теперь тут. Кстати, ребята, оно... Смотрите, где оно встало. Блин, давайте сейчас встретимся, когда я запрыгну на них. Так, ребята, я, кажется, понял. Мне нужен в этот раз вот такой вот скин. И смотрите, надо вот тут аккуратненько пролезть. Да? Пролезли. А теперь... Мне нужно... Блин, а по-другому... А, тут по-другому никак. Как надо прыгать на эту... Ну, блин, что за прикол... фигнёвый бейдж. Ладно, ребята, вот так вот сегодня я проходила экстремальный торговый центр. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на канал. С вами был Яша. Всем пока-пока, ребята.